слово скажу, увидите, что с вами произойдет. Колбаса жирная, жирная колбаса. Откашливай всю эту дрянь. Откашливай, 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 откашливай дрянь всю. Откашливай хлеб, картошку, мясо, макарона. Откашливай всю эту дрянь. Откашливай картошка, мясо, макароны, сладости. Сладости. Дрянь вся эта выходит из организма. Выходит, выходит. Вырви всю эту дрянь. Вырви, 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 вырви всю эту дрянь. Вырви, вырви, вырви. Конфеты, сало, макароны. Макароны. Как глисты макаронины белые. Это все хлеб, картошка, выпечка. Сладости все. Выпечка, пироги, пирожки. Дрянь вся эта страшная. Вырви всю эту дрянь. Вырви, 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 вырви. Вырви, вырви, вырви эту дрянь. Хлеб, картошка, сахар, варенье, шоколад. Все это как слипшийся кусок. Слипшийся кусок там в горле запечатало. Нечем дышать. Откашляй всю эту. Вырви, вырви эту дрянь. Вырви, 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 вырви. Еще, 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 еще. Всю эту дрянь. Полностью от себя отбрасывай, отбрасывай. Хлеб, картошка, мясо, макароны. Это все пища, которая находится в глубоком отвращении к вам. Глубокое отвращение к вам. Есть не можешь. Хлеб, картошка, мясо, макароны. Стоп, стоп, стоп. Глубокий гипноз. Спать. Спать. Раскачиваешься сильнее, еще сильнее. Под музыку раскачиваешься. Очень хорошее самочувствие, приятное, спокойное. Ты идешь по улице, у тебя все хорошо, радостное настроение. Музыка играет замечательная, и тут ты видишь хлеб, картошку, мясо, макароны. Вырви всю эту дрянь, вырви, 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 вырви. Сахар, сахар, котлеты, шоколад, мерзость вся эта. Вырви всю эту дрянь, вырви, вырви ее, вырви, вырви. Она у тебя давит желудок, желудок, желудок. Войди в глубокое гипнотическое состояние. Спать, 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 спать. Глубже сон. Спать, спать. Сытость, легкость, радость, улыбка, смех, хорошее самочувствие. Хорошее самочувствие, приятное. Одно слово увидишь, что с тобой произойдет. Хлеб, 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 хлеб. Вырви, картошка, макароны, сахар. Как глисты. Мясо сгнило уже. Гноем все покрылось. Вырви, 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 дрянь. Вырви, 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 вырви. Дрянь. Фу, какая дрянь. Пища, пища. Это ужасное состояние. Есть не можешь. Противно. Вырви эту дрянь. Вырви. Опять хорошее самочувствие. Убрала все эти воспоминания. Пища ушла, ушла навсегда, ушла, ушла. И тут ты идешь по улице и видишь огромное количество выпечки, много булок, разные пирожки. Они пахнут этой сдобой противной, в горле там все запеклось. От кашля эту дрянь, булки, хлеб, торты. Все это гадкое, мерзкое, отвратительное. Даже смотреть на это. Вырви эту дрянь. Вырви, вырви, вырви. Вырви. Хорошо, хорошо. Идешь дальше, видишь огромное количество карбоната, сала, корейка, много колбас. Все это жирное. Вырви эту дрянь. Вырви, вырви эту дрянь. Жирная пища. Вырви, вырви, вырви. Хорошо. А теперь улыбнись от того, что у тебя много зелени, фруктов, которые ты любишь. Кушай их сколько хочешь. И сытость, и радость, и легкость, и улыбка, и смех, и тебе хорошо. Хорошо и спокойно, потому что ты живешь без сладкого, мучного и жирного. Ты похудеешь на 25 килограммов, жить будешь легко и свободно, и все будет хорошо.